В России зафиксирован рекорд по размещенным вакансиям с работой вне офиса. На одном из популярных сайтов по поиску работы размещено почти 50 тысяч вакансий с работой на дому только за июнь 2021 года. Толчок к бурному развитию удаленной работы дал ковидный локдаун 2020 года. С тех пор вакансии с удаленкой растут быстрыми темпами, в среднем на 15% ежемесячно. И за период с января по июнь 2021 года уже достигло 215 тысяч по всей стране. В Нижегородской области за 2020 год было открыто 5600 вакансий с удаленным форматом работы. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году. За июнь текущего года в регионе зафиксировано 1100 вакансий с удаленкой. А с начала года было открыто 6200 вакансий с удаленным форматом работы. То есть уже больше, чем за весь 2020 год. Самой популярной и высокооплачиваемой работой на удаленке остаются вакансии в сфере IT.